Антикоррупционная служба уже во второй раз так и не дождалась на допрос экс-главу скандально известного ЛРТ. И если Талгат Ардан не объявится, судить его снова будут заочно. Так же, как и в мае нынешнего года, когда Ардану дали 7 лет тюрьмы за растрату бюджета в особо крупном размере. Но теперь уже по новому эпизоду. На этот раз по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Самого его в Казахстане следователи вновь не нашли, да и международный розыск по-прежнему не дал результатов. Чтобы призвать беглеца явиться для дачи показаний, Антикор даже обращался к нему через средства массовой информации. Но, по всей видимости, Талгат Ардан не читает прессу и не смотрит телевизор. Точно так же, как и экс-акционер банка Астаны Олжас Тохтаров, которого подозревают в хищении активов. На протяжении всего следствия орган досудебного расследования принимал меры по вызову указанных лиц на допрос. На допрос они так и не явились. В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния указанных лиц.